На Харьковском помосте состоялся лично командный чемпионат Украины среди юношей и юниоров по пауэрлифтингу, силовому троеборью. С блеском дебютировала чемпионка Севастополя этого года, студентка-третьекурсница Государственного гуманитарного университета, 19-летняя Инга Роско, ставшая победительницей весовой категории до 72 килограммов. Бронзовые медали у Ирины Куриловой, вес 52 килограмма среди юниорок, у Андрея Лунева, вес до 63 килограммов среди юношей. Наши пауэрлифтеры показали высокие результаты, установив личные рекорды. Атлеты совершенствуют спортивное мастерство под руководством тренеров, мастера спорта международного класса Михаила Паллера и мастера спорта Сергея Изосимова. Жаль, но лидер нашей сборной, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Федоров, получил баранку в приседании со штангой. Жаль, но главные его победы впереди. Владимир Милянский, Виталий Козловский, программа «Наше время».